Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас обзор вот таких вот трубочек Clean Canteen, которые используются для термокружек TK White. В наборе у нас имеется вот такая вот силиконовая трубка. Очень приятный силикон, мягкий. Берется трубочка. Вот так вот надевается. Отрезается нужное количество, потому что все зависит от того, какой у вас стакан. Крышки у меня пока нету. Когда будет, я все покажу, как это в сборе будет работать. Пластик очень приятный. Как вы все помните, что фирма Clean Canteen выступает за то, чтобы, как там они называют, Zero Waste, нулевые отходы, чтобы как можно меньше загрязнять окружающую среду. Поэтому вот они изготавливают такие вот трубочки из нержавейки. В принципе, вы можете их приобрести и в Китае. Вот, но я покупал их в магазине, в интернет-магазине, там была скидка на них. Видимо, они никому не нужны, поэтому они мне достались достаточно дешево. Там порядком, наверное, $10. Ну вот, ну, за 3 штуки это нормально. Вот осталось купить крышку, чтобы полноценно их использовать со всеми термокружками, которые я имею. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо. И до новых встреч.